чем пахнет? Ты чувствуешь? Знаешь, чем пахнет? Приключениями! Здрасте. Меня зовут Ануар. Ануар. Вы тоже Ануар? Я тоже Ануар, я Люда. Я думал, тезка. Вот, блин. Какие сюрпризы приготовили вы? Что рассказывать? Сейчас начнется. А что она подает? Там это продукция, там можно ходить по сайту, как это магазин. Это плайк. А, это плайк? Это плайк, да. Все, вы его с помощью этой карты 25% скидки. Если будете брать, берите, не будет, если Оля, не надо, будешь берите. Брать? Да, давайте. Друзья, посмотрите, все эти машины здесь не просто так. И наконец-то, юбилейный второй автоквест от первого творческого. А что, уже едем, что ли? А что, уже начинается? Это просто, наверное, человек, у него нет наклеечки. Девушки, добрый вечер. Здравствуйте. У нас к вам вопрос. Вот что-то прям машины поехали-поехали. Что, уже начали? У нас такое было в душе, но мы успокаиваемся, что нет. Что, многие еще здесь, да? Да. Как ваша команда называется? Конь в полете. А, мы же вас знаем, мы вас видели. Да. Ладно, мы желаем вам занять почетное второе место. Да. Потому что первое уже занято, естественно. Намерены второй раз выиграть. Подожди, это же первые победители. Давай не будем с ними разговаривать, я на них как бы обижусь. Не, давай просто спросим. Как вам это удалось? Что нужно делать, чтобы победить в автоквесте? Коммуникации. Быстро согласовывать все с координатором. Звонить, писать. Если тупим, в Инстаграм все выкладывать, они быстро отвечают, кидают подсказки. И последний вопрос. Пицца из Фёрста или нет? Естественно. За 10 минут приготовили. Вкусно. Пепперони. Что-то вообще не стоит. Или потом поговорим об этом. Я же говорил, что бывает дуло и побольше, да, у меня а ты хвастался. Самое большое, да. Холодно просто. Блин, ну, ребят, размер же не важен. Просто холодно. Ну, просто парню 21 год, дали кредит. На что брать кредит? Он взял кредит на фотоаппарат. Дурак. Да. А час у тебя что? Это Сонька. Как бы для видео? 7-3. Да? Парк короче, 3. На эту Соньку можно снимать, и это можно официально прогонять в кинотеатр на прокат. Это минимальный старт. Типа Red, еще мощнее есть вещи, вот Соньку можно. Смотри, как нужно держать. У меня на этом нет на всей. Ряд, зачем ты вставал? Да просто продиктуй. Это ведь конкуренты, соперники. Я не хочу им улыбаться, я хочу на них грозно смотреть. Вот так. Здрасте. Как называется ваша команда? Неуловимые. Посмотрим. Ух ты. А, это, наверное, не этот, это здесь местные эти праздники. Итак, друзья, в ресторане First вы можете провести любые свои торжества и праздники, как, например, день рождения. Смотрите, какие прекрасные гости. Итого, ресторан First. Прекрасная обстановка и прекрасная компания. Мы остаемся. Днем рождения тебя, днем рождения Любя, днем рождения я, Вика, поздравляем тебя. Друзья, нам, говорит, понравилось. В нашей команде прибавление, в нашей команде, как вот это вот, искусница, правильно? А как еще скульпторов называют? Вот как-то... Кудесница. Кудесница. Кудесница, как это зашифровано сказать? Грибов и расщелин? Да, все мы взрослые люди. Она искусно изготавливает точные, понимаете, анатомически точные копии мужских гениталий и женских, как это ни странно, гениталий. Нам скинули первое задание, звучит оно вот так. Майя Сириус Блэк, Невилл Долгопупс, Альбус Северус, Поттер, парень по имени А. фон Глокеншпиллер, знакомое имя, Гарри, Гермиона, Грейнджер, Арагог и Северус Снег. Я жду вас. Слушай, и что теперь? Домой? Потому что...
Нам повезло, что мы поклонники Гарри Поттера. Вот буквально сегодня мы читали вслух, собирали. Только Людмила сегодня пришла на наш кружок. Ну как так? Я не могу. Я только что говорил о письках-пиписьках, и теперь сразу вот к таким заданиям это сложно. Потому что сейчас Ольга перечисляет имена, а у меня ого, сколько вас! И вот эти вот людмильские писюны. Ого, сколько вас! Ого! И Северус здесь, и Снэк, и Гарри, малыш, ты тоже здесь. Если у кого-то девичник, она такая: хочу сделать сюрприз своей роднулечке, или как вы, дамы, разговариваете друг с другом. Она ранее свои девичники заказывают. Да, и говорят, вот нам нужен, торт своей подружке, да, со сгущеночкой. Да, и вот. Что делает Людмила? Она открывает Google и пишет: да? Правильно? И то есть прям с экрана... Google выдает. И вот Google... И как происходит выбор? Так, вот это не буду, это выбор. Напиши и посмотрим, что он выдает. Да я что-то... Давай. А что прям вести? Мужская пи***ка? Нет, прям так напиши. Господь всемогущий! И то есть вот она вот так вот листает. И такая закрытыми глазами: стоп! Сегодня я буду делать тебя, да? Так это происходит? Ой, я уже по памяти леплю их. Ну, может быть, это КГУ? Может быть, это КГУ? Если мы ответим, типа, правильно, это будет КГУ, вот это вставь, типа, я это придумал, и мы сразу поехали. ЕГЗЕ, ЕЕ. Корейский, может, тоже? Это очевидно. А ну, давай у Любови спросим. Любовь, что это означает на корейском? ВГЕЗЕ, ЕЕ. Короче, три. Угу. Потом 6. Е. Потом 4. Г. Давайте, быстрее. Переходит в бег. Либо надо еще раз выпить, либо спать лечь. Ребят, а вы просто так здесь стоите? Да. Нет, мы просто играем в игру, в квест. И здесь наше задание. Вы подумали, что это вы? Вы не задание? У вас нет для нас задания? А где Винс? Вон, Винцеслав Вергрыжиновский. Наша команда «Сладкая любовь» только что выполнила первое задание, молниеносно поняв, куда стоит ехать, или нужно ехать, или следовало бы ехать быстрее, но куда еще быстрее. В общем, первая головоломка разгадана. Замка у самой дороги и смотрит на вас сотни глаз. Без всякой там демагоги вы летели в этот рассказ. Вот видите, друзья, вы стали свидетелями, насколько быстро мы решаем задачи. Буквально услышав первые пару строк задания, мы уже поняли, куда ехать. Автор Расул. У замка у самой дороги, французский центр. Я думал, это будет проще, хуй, поговорить с памятником, блядь. Оказывается, сложно. Смотри в глаза. Ну вот ты спрашиваешь, где ты был, начинаешь. Помнишь, мы с тобой вообще-то это обговаривали? Я фотограф, понимаешь? Я фотографирую. И этим я и занимался. Последние 250 лет я был в студии Sky. Во-первых, я тебя предупреждал. Во-вторых, я тебе писал ВКонтакте. Куча заказов. Ты думаешь, на что я все это покупаю? С неба падает. Все со съемок. Ну и что они иногда без одежды? Это их право. А мое право это все зафиксировать. Так и будешь молчать. Ладно, так уж и быть. Прости меня, что я хожу и зарабатываю деньги. Тем более фотостудия Sky, у них скидка для меня. Я, по сути, только там фотографирую, потому что я выбираю лучшую студию города. Простишь? Ну не молчи. Ну, а хочешь, завтра сходим в Донерку, покушаем. Может, хватит? А тут только пришел. Я не извинила, посмотрите, господи.
Она меня простила. Вот такое заданице. Вот такая вот вечериночка. Лук, пальма, дерево. Медалька за первое место. Цепь, дерево. Желтое лицо, черное лицо. Лицо зверька, человек в очках, человек идет. Цепи, цепи, звездочка, человек идет. Плей, вот этот скрипичный ключ. Обычный ключ, стрелочка назад, понятно. Скрипичный ключ, обычный ключ, стрелочка назад, понятно. Книжки и говорящий человек. Мы едем на библиотеку Толстого, потому что мы опять же быстро, очень быстро решили головоломку. Вот здесь можно было люк повернуть нам. Нет! Нет! Мы не там, мы не там. А почему мы сразу так не сделали? Лукоморье, Лукоморье, там же лук и море. В общем, друзья, нам зашифровали с помощью эмоджи стихотворение Александра Сергеевича Пушкина «У Лукоморья дуб зеленый». 35 секунд, и мы знаем, куда ехать. У моей дочери, кстати, скоро день рождения. Я, скорее всего, закажу торт, но не у тебя. Да, зеленый. Но сейчас скажу, что у тебя. Поехали. У меня, кстати, день рождения скоро у дочери. Я изучил твой аккаунт, попробовал твои замечательные изделия, Людмила сегодня нас угостила. Я сделал свой выбор. Сделай свой выбор и ты. Ну что ж, друзья, теперь нам интересно, какое творческое задание нас ожидает на памятнике Александру Сергеевичу Пушкину. И мы воодушевлены и все спешим. Особенно Людмила Сладкий Рай. Кстати, где она? А вы тут просто сидите? Да. То есть вы к квесту никакого отношения не имеете? Квесты? К сожалению, у этих молодых людей нет для нас заданий. Мы зря потратили на них время. Я не спросил. А, ну да, а у вас нет заданий для нас? Для вас задание? Да. На забане. Не хотите напрягаться? Никаких особенных заданий. Расслабленные молодые люди. О чем же думает ремонт, когда поэт стройматериалов, торговый дом, его там нет, но есть там то, что нужно вам. Делаешь ремонт, но не знаешь, где взять стройматериалы, и тебе кажется, что у тебя уйдет просто огромная сумма на все, что тебе нужно. Торговый дом стройматериалов ТДС. Огромный ассортимент товаров для вашего ремонта. Качество, приемлемые цены там, ну, все дела. Сам же знаешь. Чувствует. Люба, все в порядке? У меня все прекрасно. А ничего, что мы человека закрыли в машине? Где она? Где она? Все ходят. Я думала, она отдыхает. Че нет, что ли? Че нет, что ли? Кирилл Кома, нарком просвещения, член в ЦИК, КАС ЦИК. Кому известна какая-либо информация, срочно просим сообщить по телефону 8. Купались, продавали. 10 тысяч продали за 500 тенге. Не хотите сказать. А самое главное. А где-то лондонский дождь. До боли. До крика. Поздравляет тебя. И на каждой открытке я с любовью пишу. С днем рождения, Вика. У нас пришел свет. Здравствуй, Вика. Поздравляем тебя с днюхой. И желаем тебе всего самого самого. Иди сюда, моя коленка готова. И говорили. Реклама. Что же он? Вкусным, полезным, приятным. И в общем-то здорово. Отвечаю за WhatsApp, и у меня 1%. 1%, вы понимаете? Это вообще трэш. До свидания. До свидания. Потом покажу, что это ты поднимала, давай. Когда будет спорт. Давай. Все, раз, два, три. Давай.
сейчас. Готов? Да. Первый творческий ресторан Ирина Соляник за здоровый образ жизни. Автоквест заставит тебя заняться собой. Ведь так? Просто кивните головой. Да. Юбилейный второй автоквест продолжается. И нам некогда скучать. Благодаря автоквесту мы познаем ТикТок. И что самое страшное, да? Нам это нравится. Чувствуется мое настроение? Людмила, не молчи. А что мне сказать? Ну скажи. Да, чувствуется. Ваши документы. Мы ребятам подсказали 4 локации, потому что сами они не справлялись. Не считая прошлого. Мы на вас не подписаны. Не считая прошлого. Просто звонит Азамат и говорит: помогите, ребята, помогите, не справляемся. Ну что делать? Нам не жалко. Смотри, вон, там что-то... Вот теперь к нам начинается сказка Гарри Поттера. О, смотри, что они делают. Да, серьезно? О, ребята, это капец. Куда ехать? Памятник первоцелинникам. Памятник первоцелинникам. Так это же близко. Да? Вот буквально. Садись. Спасибо. Ладно, что вам подсказать? У нас уже было 8 заданий, блядь. У меня сама 9. Ладно. Подожди, а сколько здесь парковочных мест? Да, вот это. Короче, пока. Да. Все, пока. Ну, ладно, друзья, делать нечего. Понятия не имею, сколько здесь парковочных мест. Остается их только посчитать. Раз, два, три, четыре, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 42, 43, 44, 45, 62, 63, 64, 55, 94, 95, 96, 97, 98. 107. Сколько там было? Давай заново. 600. Их 600. Их 600. 359 здесь. И еще 200 с хуйней там. Негазированная, с мятой. Вам 200 тенге жалко, купите воды. Ну, пить вода всегда нужна, я же вам не предлагаю что-то такое. Спасибо. Есть. Ты у меня одна, словно в ночи луна, словно в году весна, словно в степи сосна. Нету другой такой, ни за какой рекой, ни за туманами, дальними странами. Немножко мотив не тот, но... Тот. Там немножко другой был. Песня Юрия Висбора. Песня Юрия Висбора, да. Юрий Висбор, молодец. Это можно запастись, а если серым стал ваш день, купите краски впрок сегодня и завтра валиком в стены покрасьте настроение свое. Наркоман! Это последнее задание. Последнее. И нас сейчас ведут в обратную сторону. Так, ну что, нам нужна семейная пара. Кто будет семьей? Оля. Муж и жена. Ануар муж и жена. Ольга. Ануар и Ольга. Отлично. Ануар, муж, Ольга. Замечательно. Ваше первое испытание. Вам нужно... Чуть-чуть пригасите свет. Я не могу куда-то. Хорошо. Раздевайтесь. Слушай, есть возможность почувствовать себя актером взрослого кино, да? Оператор, второй оператор, девушка, которая будет следующей. Все? Сейчас мы расскажем. Мотор. Ложись. Ваше задание. Ложитесь. Прям ложитесь. Прям с ножками так. О, слушай, ну. Хорошо вам. Слушай, ну отлично. Давай, классно, да? Классно, да? Прикольно. Молодцы. Все, возьмем домой. Давай. Обязательно. Ну что, а теперь слушаем. Вот сейчас ему скажем. Я даже заикал. Сейчас будет в голове. Выходите отсюда. Вы в магазине. Ну вставайте. Оля, это кто?
Я не знаю, Мурик. Я продавец-консультант. Вы как-то оказались в мебельном магазине. Вопрос, как вы здесь оказались? Во-вторых, можете покинуть? Так, ну, во-первых, это наш дом. Как это? Это если это магазин? Кровать видишь? Ну, их здесь много. Все наши. Как это все ваши? Вы коллекционер с кровати? Мы ходили к сексологу. У нас проблемы. Ходили к сексологу. Ага. И он нам сказал, чтобы решить наши сексуальные проблемы, нужно разнообразить сексуальную жизнь. Да? Делать это на разных предметах. Потому что здесь уютно, чувствуешь? В моем доме магазин уютно. Стой, здесь спит моя жена. Моя жена спит, только здесь у меня дома. В-третьих, сын, успокойся. Я не сын, я продавец-консультант. Поговорим попозже, у меня мало времени. Какой попозже? Я уже взрослый. Диван, ты видел? Они пустые. Они пустые, потому что я все выкинул, она мне нравится такой. Видел в мебель доме вот этот диван? Я его купил только вчера, доставили буквально за 15 минут, понятно? Понимаете, здесь много шкафов, вы что, коллекционер шкафов? Я не смог удержаться, я привез себя домой, все. Я снес стены у соседних квартир. Это во-первых. Видите вот эту базу? Это декор нашего магазина. Это мне муж подарил на 10 лет. Так, последние три аргумента. Это мои сыновья, они снимают только домашние видео. Это моя дочь, я ей купил вчера телефон, iPhone. А ты, сын, увольняйся, потому что это уже плохо. 3 часа ночи, ты каждую ночь меня будешь и говоришь, что мы у тебя на работе. Отлично. Молодцы, вы прям справились, даже с запасом. Так, быстрее. Давай засунуть фотографии. Да. Садись на машину, мы едем в мебельдом. Едем в мебельдом, Людмила. А ну, с каждой фотографией еще слоган, быстро. Мебель в дом? Мебель в дом. Сколько у вас детей, извините, пожалуйста? Купи кровать в мебельдом и 3 девушки в подарок. Акция действует до конца сентября. Друзья, сейчас мы находимся в... Как торговый дом называется? Друзья, сейчас мы находимся с вами в торговом доме мебельдом. И только что мы на себе испытали весь комфорт, который вам может подарить мебель этого магазина. Приятные на ощупь материалы. Качество. Современность. И абсолютный уют. Огромный ассортимент мебели для вашего дома. И чья-то шапка. Друзья, последняя локация, последнее задание. И мы оказались где? В доме мебели. Мебель в дом. Замечательное завершение квеста. Итак, для каждого участника по отдельной комнатке. Снимайте. Хорошо. Старое вино. Ну давай, Антошка, хватит, я поем. Вот и завершился второй автоквест от первого творческого ресторана First и Ирины Соляник. Уставшие, но довольные собой, мы вернулись в ресторан. Что хочется сказать? Что за весь философский? Можно 2 секунды вас попросить? Уйти. Выйти, да. А потом зайдете через минутку, да. Сейчас я тут привет и передам. Давай заново. Давай.
Вот и завершился второй автоквест от первого творческого ресторана First и Ирины Соляник. Уставшие и довольные собой, команды вернулись в ресторан. Квест удался, было снова много сюрпризов, совершенно неожиданные задания, потому что каждый квест отличается от предыдущего, и невозможно предугадать, что же тебя будет ждать. Поэтому, друзья, не упускайте возможность в следующий раз принять участие в автоквесте. Мы вас будем ждать. Пока!